номер 38. Титульный спонсор чемпионата — Национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Генеральный спонсор премьер-лиги — торговая марка «Аполлон». Официальный телетранслятор чемпионата — телеканал «Футбол». Уважаемые любители футбола, в составе запорожского «Металлурга» произведена первая замена. Вместо Дмитрия Еременко, номер 8, на поле вышел Фабио, номер 15. Официальный телетранслятор чемпионата — телеканал «Футбол». Thank you.
Номер 10. Лаки и Дахор. Номер 11. Антон Монахо. Номер 16. Браун. Номер 17. Антон Шиндер. Номер 19. Илья Галюзак. Номер 20. Васил Яцин. Номер 22. Женька Любенович. Номер 24. Руслан Платон. Почетный президент клуба Сергей Куницын. Генеральный директор Юрий Васюков. Главный тренер Симферопольской Таврии Сергей Шевченко. Представляем состав команды «Металлург Запорожье». Ворота защищает Сид Рамович, номер 16. Номер 22 – Андрей Цуриков. Номер 23 – Адольф Тейку. Номер 39 – Евгений Апанасенко. Номер 3 – Матеус. Номер 15 – Фабио. Номер 11 – Мохаммед Ашраф. Номер 32 – Сергей Рудыко. Номер 12 – капитан команды Жуниор. Номер 31 – Евгений Песоцкий. Номер 38 – Рачинская, Киев. Резервный арбитр Александр Иванов, Макеевка. Делегат Федерации футбола Украины Александр Тюрин, Харьков. Инспектор Федерации футбола Украины Сергей Дзюба, Киев. Титульный спонсор чемпионата – Национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Генеральный спонсор премьер-лиги – торговая марка «Авалонь». Официальный телетранслятор чемпионата – телеканал «Футбол». Thank you.
Уважаемые болельщики, мяч в ворота Симферопольской Таврии забил Евгений Песовский. Уважаемые любители футбола, в составе Симферопольской Таврии произведена очередная замена. Вместо игравшего под номером 17 Антона Шиндера на поле выходит Максим Фищук, номер 28. Официальный телетранслятор чемпионата – телеканал «Футбол». Thank you.
уважаемые любители футбола, в понедельник, 21 марта, спортивный комплекс ДЮСШ ФК «Металлург», который находится на улице 12 апреля, гостеприимно распахнет свои двери для участников 7-го международного юношеского турнира памяти мэра города Запорожья Александра Поляка среди ребят 1999 года рождения. В соревнованиях принимают участие команды «Металлург» Запорожье, «Азовсталь» Мариуполь, «Олимпик» Донецк, «Динамо» Киев, «Сдюшор» номер один «Монолит» Сочи, Россия, «Металлист» Харьков, «Днепр» Днепропетровск. Торжественное открытие соревнований в 11 часов 30 минут. Матчи будут проходить ежедневно, начиная с 9 утра. Финальные поединки состоятся в субботу, 26 марта. Добро пожаловать! Титульный спонсор чемпионата – Национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр».